Крупный пожар сегодня произошел в Москве. Горел бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Очевидцы сняли пугающие кадры. Падают прям угольки. Мне сейчас только что прям на телефон свалился уголок. Ой, уголек прям горящий. И запах такой, все отходят все дальше и дальше, потому что тут пипец. На кадрах с начала пожара видно, в первую очередь загорелась обшивка возле главного входа. Затем огонь охватил 4 этажа и стал распространяться дальше. Несколько человек не смогли вовремя выбежать из здания. Их эвакуировали с верхних этажей. Одного пришлось госпитализировать. Пожару был присвоен высший 5-й ранг сложности. На тушение привлекались 340 человек и около 100 единиц техники. В том числе 3 вертолета, 2 от МЧС России и 1 медицинский. Полностью потушить пожар удалось только спустя 3 часа.